Мы с вами в каком-то смысле набор привычек. Все, что вы делаете по определенному алгоритму. Даже если вы не задумываетесь об этом, ваш мозг уже выстроил соответствующие программы. Значит, благодаря тому, что у нас есть набор привычек, любых, я не знаю, то, как вы открываете дверь холодильника, вы делаете это не так, как делает кто-то из ваших знакомых или близких. То, как вы вытираетесь полотенцем, выходя из душа или из ванны, вы делаете своим особенным образом. И таких маленьких привычек в нашем арсенале огромное количество. И дальше они все складываются в большие симптомокомплексы, в наборы таких привычек. И мы их с вами воспроизводим. Что-то там варьируется, у нас что-то меняется. Но в целом мы набор привычек. И у этих привычек есть своя собственная внутренняя логика. И если мы хотим что-то изменить в своей жизни, нам нужно знать эту логику для того, чтобы воздействовать на свои привычки и менять их для того, чтобы чувствовать себя так, как мы хотим. Потому что от того, какие у нас привычки, зависит в нашей жизни очень многое. Потому что у вас даже есть привычки думать определенным образом об определенных вещах. И зачастую такой способ мысли является для вас не самым лучшим. Вот. И эти мысли, привычки мы тоже будем с вами править по ходу нашего освоения психики и работы механизмов работы мозга.